Приветствую вас всех. Рад, что вы вновь слушаете меня. Значит, вам это интересно. И это приносит для вас пользу, развитие вашей души. Если вы смотрите меня, значит, мы прожили достаточно долго на этой земле и стали задумываться о поисках смысла жизни. Зрелость ума приносит не только опыт, но и законченность ментальных конструкций, которые мы не в силах преодолеть для познания нового мира. Я объясню, что я имею в виду. Нового мира, нового опыта. Все в мире находится в непрерывной волне изменений, и мы не исключение. Я предлагаю вам инструмент для включения в жизнь потока перемен. Этот инструмент дает два основных пути реализации. Первый – сверхобучаемость и познание мира с чистого листа. Вы сможете отозвать энергию от уставших ментальных конструкций и вложить их в новые модели мира внешне. Второе – трепетно и тотально направить свое познание в самого себя. Это внутри. Иногда даже самое тайное, непознанное лежит рядом с вами. Но человек никак не хочет видеть простые очевидные вещи. Вы то, во что вы верите. Вы меня услышали? Упражнение 1. Познание ребенка. Сосчитайте до 3 и щелкните пальцем. И скажите: «Я ребенок, и мне все интересно». Войдите в позицию ребенка. Следующим шагом интенсивно изучайте предмет, который попался вам на глаза. Помните, как дети изучают, да? Прикоснитесь, понюхайте, покусайте и так далее. Если вы будете настойчивым, то постепенно научитесь отзывать и вкладывать свою энергию в любую задачу. Ребенок постепенно останавливает свое познание при накоплении нужной информации, данной ему в ощущениях. А вы способны задавать вопросы, лежащие далеко за гранью. Что я имею в виду? Например, можно ли смотреть сквозь предмет? Если ребенка воспитать в том ключе, что через предмет можно смотреть, его мозг перестроится, он будет это делать. Просто ваша личность, сформированная социумом, говорит, что это невозможно. Но это не так. Я это постоянно демонстрирую. Как выглядят атомы? Можно ли с атомом поговорить? Поменять форму предмета мысленно. Почему форма предмета такая? Имеет ли мысли форму? Интересные вопросы. Первое упражнение. Ну, например, я беру там ложку. Мне интересно, из чего состоит ложка? Я же не видел ее никогда. Вот внешне изучил ее. Я ее потрогал. Ощущением приятно, запах, прохлада. Такая упругая ложка. Ну вот, и хорошо. А что внутри нее? А какая у нее энергия? Тепло, хорошо, полухолодно от нее. И так далее. Я начинаю ее изучать. Я ребенок. А можно ли силой мысли согнуть? Не получается. А под что сделать для того, чтобы согнуть эту ложку? Принести физическую силу, да? Хорошо. А можно ли без физической силы? Так, а что внутри? Структура. Какая-то структура. Какая структура? А что внутри этой структуры? Атомы. Атомы вибрируют с определенной частотой. А можно ли изменить эту частоту? А можно ли говорить с атомами? Мне уже интересно, можно ли говорить с атомами? Я начинаю думать. Так, да, хорошо, атомы, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, атомы. Хорошо вам двигаетесь так определенным образом. А можете двигаться быстрее? Атомы, двигайтесь быстрее, 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 двигайтесь, двигайтесь быстрее. А сколько нужно потенциала вложить для того, чтобы атомы двигались быстрее?
Так, хорошо. Хорошо, прыгайте. Давайте интересную форму сделаем. Интересную форму. Хорош. Интересную форму, интересную форму. Атомы, двигайтесь быстрее, быстрее, быстрее. Давайте двигайтесь быстрее. Вот прыгать начинаем. О, как интересно. А быстрее можете еще прыгать? Прыгать еще. Оп, оп, форма пошла меняться. Можно закручивать, уши поворачивать вправо, влево. Так. Кошку надо восстановить, а то жена не поймет. А, там и верните свою форму. Верните свою форму. Сверните. Оп, оп, пошла, пошла, пошла. Верните свою форму. Верните. 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 Я в прошлый раз ударил, ложка отвалилась. Да, хорошо. 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 Оп. Отлично, отлично. Вот так форма вернулась. Иногда невозможно, она бывает так разрушена, и так далее. Хорошо, а там успокойтесь, успокойтесь. Хорошо, я познаю мир. Это только начало всех этих вещей. Какие-то глупые там вещи, но это дает определенную основу для восприятия всего этого. Я изучаю этот мир, а можно так, а можно так. Я в своем возрасте ребенок. Ребенок познающий, а как космос просто состоит, из каких частей, а как он работает, почему бы вам не включиться. И это все начинает получаться. Бог в вас дает совершенную энергию. Если вы говорите, я не могу, я говорю, могу. Вопрос, сколько времени, сколько потенциалов. Нет такого. Не это закрывание потоков Творца. Ребенком нужно побыть. Ребенок может все. Упражнение номер два. Познающий себя ребенок. Включитесь в режим познающий ребенок. То есть я есть ребенок. Точка включения. Направьте всю свою энергию в исток своих мыслей, эмоций, поступков. Где исток всех моих мыслей? Где он? Начните искать, задавать вопросы. Откуда идут мои мысли? Что глубже в меня, чем мысли? Мысли это я? Направленный поток энергии откроет вам истину истока, ибо она никогда не скрыта в вас. В вашей власти повернуть свои силы туда, куда желаете. Стучите, и откроется поток познающего ребенка. Это одна из самых интересных энергий Творца. Если вы выкопали яму, то вода непременно затечет туда. Пребывайте в истине. Пусть ложное восприятие исчезнет навсегда. Да пребудет в вас свет истины, а ложь в иллюзии восприятия навсегда исчезнет. Бог в вас может все. Вы просто не предполагаете. И часто направляете энергию в несовершенные действия, порождая карму, осаждая в молекулярных связях ваших тел определенные несовершенные связи, которые дают некрасивое определенное искажение ауры. Вы направьте в свое совершенство, а не в совершенство. Зачем создавать несовершенные? Запросите на совершенство в себе, Бога совершенного в себе, и у вас все получится. Я задал вопрос, а можно ли там, скажем, с атомами говорить? А атомы могут говорить? Ваш мозг может перевести информацию частот в вербальный ряд. То есть для того, чтобы ваш разум, находящийся в этом теле, мог осознать, что происходит. Для восприятия это так. Может быть. Побудьте ребенком. Побудьте. Когда ты задавался вопрос, можно ли поднять гирю одним пальцем? Не занимаясь вообще, все это получалось. Или еще что-то, или еще что-то. Можно сделать тело легким или сверхтяжелым, или еще что-то. Это Бог в вас совершенен. Он может одарить вас всеми благами, если вы встроены в совершенного Бога, в Творца, если у вас нет бунта. Если есть бунт внутри, вы не принимаете свою идентичность с Творцом.
Тогда получается все остальное. Вы энергию берете из малого резервуара, вы батарейка, а не совершенный генератор, который бесконечный, вечный. Вы боретесь за то, чтобы вас сосут энергию, там еще что-то. Нужно так накормить энергию, чтобы лопнул. Какие там, какие ограничения? У вас ограничения, психики ограничения. Познающий ребенок, простые практики. Как ни странно, вы ждете и платите большие деньги, чтобы попасть на какие-то курсы. Вам предлагается прямо здесь сейчас многие вещи. Они просты. И в закрытых эзотерических школах подобные вещи изучаются. Буквально в смысле слова. Просто не, там есть некоторая дисциплина для работы с тем или с тем. Проявить эту дисциплину. Познающий дух должен вас. Ребенок. О, а все мои зрители могут вот сейчас, которые, могу ли их представить? Да. А как они выглядят? Они уже сидят, даже если те, которые через 10 лет посмотрят этот ролик. Хорошо. А могу я с ними говорить? Да. А могу я что-то помочь им? Да. А могу проявить Бога в них? Да. А как их зовут? А где живут? И буквально в смысле слова. Включитесь в Творца. Совершенный мир стройте. Я рад был говорить вам это. Пусть будет все во благо. Любви и добра вам. Бога в душе. До свидания.